Топ-5 самых популярных древних монастырей назвали в Подмосковье. Савино-Старожевский мужской монастырь занял 3-е место в этой пятерке. Напомним, скит преподобного Савы Старожевского основан в 1398 году. Является уникальным памятником православной культуры с богатейшей историей. С 1995 года обитель делит территорию с музеем. Ежедневно в монастырь приезжают сотни паломников и туристов.